Доброе морозное утро, 11 марта, пошел снег, зима нас почему-то не хочет отпускать. Всем продуктивной недели, хорошего понедельника, а мы уже врываемся. Ага, застали, на рабочем месте. Застали. А где второй бездельник? Вот он. Здравствуй. Смотри, как они покрасили. Вот это. Ну, вот, они. Вот они остались. Раз. Два. Три. Когда ты думаешь, что твоя машина ровная, просто достаточно загнать ее под лампу и посмотреть, насколько она неровная. Тынс, 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 тынс. Счастливый владелец. Сколько, сколько? Сейчас будет. Все продается. Да есть. Не, ну вы не поверите. Мы тут поспорили, проедем через вот эту штуку или нет. И мы не проехали. Я даже из машины не могу вылезти, потому что у меня дверь не открывается. Сейчас нас будут откапывать. Как классно, когда на дороге попадаются неравнодушные люди. Просто вот ребята на газели ехали мимо, остановились, мы им махнули, типа, помогите. Все, зацепили, поехали. Сейчас будем потихонечку пытаться вылезти отсюда. Вот так это снаружи выглядит. Хотели проехать. Нас спасает газель. Тянет, потянет. Ну, короче, блин, нашли приключений на жопу. Выдернула нас эта прекрасная газелька. Ну, тут реально на пузе повисли.